Всем привет! В этом видео покажу, как я делаю панель для инструментов. Для этого мне понадобится перфорированная панель, рамочный профиль МДФ, фанера 12-миллиметровая, а также еще раздвижной механизм для дверей. Итак, начнем. We'll be right back.
На этом видео заканчиваю. В дальнейшем я буду показывать некоторые изменения в системе хранения. Инструмент я не весь пристроил. Для отверток у меня, например, мест нету, но буду в дальнейшем делать что-то подобное этому. Ну, если вам понравилось мое видео, то подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Пока.